наше время почта — это не только письма, телеграммы, поздравительные открытки и посылки. Это большая сложная система, в которой добрые традиции успешно сочетаются с инновационными технологиями. На данный момент отделение почтовой связи продолжают совершенствовать и оснащать новым оборудованием. Вот только не хватает молодых кадров. Ощущается нехватка молодых кадров. В настоящее время у нас имеются вакансии операторов в городских почтовых отделениях. Приглашаем вас к нам на работу. Зарплата у нас не очень велика, но зато стабильная. Предоставляется полный социальный пакет. И, как говорится, нам не страшен никакой кризис. На сегодняшний день Почта России предоставляет не только стандартные услуги пересылки, но и электронные доставки, реализации печати и других товаров в розницу. Он принимает различные виды платежей и многое-многое другое. Сегодня первостепенной задачей стоит повышение качества обслуживания с учетом требований и ожиданий клиентов. Благодаря этому конаковцам будут доступны все виды современных почтовых, финансовых и коммерческих услуг.